Уже 2,5 года 13-летний Матвей Шансон не мыслит свою жизнь без бокса. И вот первый весомый результат многочасовых изнуряющих тренировок. Победа в зональном первенстве Московской области по боксу. Выиграл у довольно опытного соперника, который превосходил его в классе, в скорости. Выиграл именно установкой. Установкой на бой. Слушал, выполнял, показал характер, проявил себя, заслуженно победил. Первенство Московской области стало первым официальным соревнованием, в котором принял участие Матвей. Он в синей форме. Оператором на соревновании выступила мама спортсмена. Вместе с папой они самые ярые и преданные болельщики. Кричим громче всех. Мама особенно. Ясно. А маме вот не страшно? Обычно все-таки женщины как-то говорят, бить человеку по лицу я с детства не могу, как у Высоцкого поется. Привыкла уже. Сначала страшно, а сейчас ходит с фотоаппаратом, снимает. Теперь после победы в южной зоне Матвею Шансону предстоит биться уже на областных соревнованиях, где конкуренция куда выше. Евгений Гусев, председатель Федерации бокса Ленинского округа, опытный тренер. Теперь перед очередными соревнованиями нагрузки на занятиях значительно возрастают. Еще дополнительные тренировки с тренером отдельно, не как в группе, а отдельно там физическая подготовка, по лапам бить там, разные ОФП. Как это ни удивительно, но в Ленинском округе боксерский клуб существует всего 3 года. По сути, Матвей и ребята, с которыми он занимается, первые боксеры, воспитанные на Видновской земле. А победа на соревновании – результат не только тренировок, но и закалки характера. Пришел довольно такой угловатый паренек, с небольшим лишним весом. Начали тренироваться, зажигаем в нем желание, главное желание. Да, удается. Уверен в его характере, в его установке на бой, то, что он слушает тренера, самое главное. Сейчас Матвей тренируется 5 раз в неделю. Чтобы справиться с такой нагрузкой, действительно нужно иметь характер и волю. И это проявляется не только на боксерском ринге, но и в повседневной жизни. Он стал учиться лучше в школе, мыслить немножко по-другому стал, дисциплина другая, уже стал дисциплинированный более, чем был. Но помогает спорт очень много. Не бегает там по улицам где-то. Спорт и школа. Вот этот момент, свою первую победу на официальном соревновании, спортсмен, наверное, запомнит навсегда. Но в жизни он старается побеждать иначе и не использовать свои умения. В обычной жизни, может быть, какие-то конфликты возникают. Применяешь или все-таки это какой-то табу? Пытаюсь решать, поговорить с человеком. А часто такое возникает? Да нет. Больше меня боятся, чем лезут. Безусловно, Матвей Шансон и его одноклубники пока делают только первые шаги в спорте. Но кто знает, может быть, это начало большого пути. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.